Приветик, мои хорошие. Сегодня у меня для вас видео с плетением. Вот такая вот у меня модель с вьющимися волосиками. Я выравниваю их утюжком и немного подкручиваю, чтобы было удобнее работать и работа была чище. Подкручивать вы можете в любую сторону, неважно в какую вам удобней. Пряди возле лица я крутила от лица. Нам самое главное, чтобы выровнять все вьющиеся волосы, чтобы нигде ничего не торчало и было красиво. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. Делим нашу прическу на два пробора. Проборы у меня были зигзагообразные. И прическа у нас будет асимметричная на левую сторону, поэтому и все косы мы уводим в левую сторону. После того, как мы разделили на зоны, я начинаю со средней косички и начинаю начесывать корни волос, взбрызгивая лаком. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. Затем я отделяю еще волос для нашего хвостика, для нашей основы. Завязываю хвостик и заплетаю обычную косичку, которую также вытягиваю очень хорошо, чтобы она была пообъемней. Это и будет наша основа прически. Сейчас я подкалываю ее.
Тем временем я начинаю растягивать нашу косичку, делать ее пышнее, объемнее. И работаю я сейчас жидким лаком Шварцка. Для объема возле лица и чтобы красивее смотрелось, я вот так вот закалываю зажимчиками и сбрызгиваю лаком и оставляю так высыхать лак наш жидкий. Тем временем приступаю к височным зонам. Я также подчесываю их и также начинаю плести обычную косичку, обычный колосок. Отделяю вертикальным пробором, оставляю какие-то пряди у лица. И также плету от лица. И старайтесь, когда вы плетете боковые зоны, плести их в сторону нашего пучка. Еще у меня такая фишечка, я прячу свой пробор, то есть я беру прядки с одной косы и с другой и как бы склеиваю их вместе с зажимчиком и сбрызгиваю лаком, даю остыть, точнее не остыть, а высохнуть лаку. Потом, когда убираю зажимчики, то пробора и не видно. Это можно делать и с обычным прямым прибором, тогда и волос кажется больше, шевелюра гуще и не бросается в глаза этот четкий такой выделенный пробор. Очень мне нравится эта технология. Пока плету на второй же стороне такую же косичку, также увожу ее к пучку нашему. Ну, в общем, со всеми тремя косичками делаем одно и то же. Начесываем немного, плетем колосок и вытягиваем пряди, сбрызгивая это все лаком. Ну, сейчас осталась самая, так сказать, легкая и творческая. Тут уже работает ваша фантазия. Мы собираем пучок наш из этих трех кос. Просто как вам больше нравится, куда ваша косичка ложится, смотря какая у вас длина волос тоже. У нас волосы короткие, поэтому тут смотрим тоже через зеркало на клиента, как ему идет, куда больше положить, куда лучше положить нашу косичку и укладываем так. В общем, здесь уже как вам нравится. Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, oh. I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. Don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now. Like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now. Like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Love me now. Вот такая вот прическа у нас получилась. Надеюсь, вам она понравилась. Еще это был дебют по моей озвучке причесок, поэтому напишите мне в комментариях, нравятся ли вам такие видео или оставлять дальше с музыкой. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Лосница Вика. Желаю вам всем хорошего настроения, побольше улыбайтесь и до следующего видео. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.
Turn darkness into light. Turn evil to good. Even when we try so hard.